Всем привет! С вами я, Вовтишевский, и сейчас я расскажу о смарт-часах, которые называются The Blaze. Это смарт-часы, которые мне прислали с магазина GearBest, и я попросил у них их, то есть они мне не просто так их прислали, сами не присылали, вот, и они мне их предоставили, потому что они похожи на Apple Watch, то есть это самый как бы первый момент, и даже видите, тут менюшка такая внутренняя, она тоже схожа на Apple Watch, и сама конструкция тоже очень схожа на Apple Watch. Сразу хочу сказать, что все верили, когда я говорил, что это Apple Watch, то есть те, кто хотя бы немножечко прошарены в теме там Apple техники, конечно же, сразу спрашивали за колесико, то есть, а где тут колесико, вот, или, ну, вот, как бы в этой сфере. А все остальные, воу, Apple Watch, Вова Мажор, короче, и так далее. То есть, люди, которые слышали, что Apple Watch это такие часы от Apple, которые стоят дофигища, там больше 10 тысяч гривен, ну, приблизительно более 20 тысяч рублей, это, по крайней мере, у нас такая цена, то, конечно же, они все такие, йо, Вован, где ты взял бабосы, туда-сюда, там... Короче, вы поняли, о чем я. Конечно же, первое, самое первое, для чего нужны эти часы, это для понтов. Все, больше ни для чего. Ладно, шучу. Еще есть целый ряд функциональных особенностей, о которых я сейчас вам расскажу. Так что, поехали! Итак, давайте поближе познакомимся с этими смарт-часиками. По внешнему виду, как я и говорил, в распаковке они весьма симпатичные, красивые и, ну, схожи на Apple Watch. Теперь давайте будем смотреть на функциональные особенности и возможности этих смарт-часов. Прежде всего, на главном экране вы можете увидеть дату, время. Далее время суток, то есть солнце, видите, сейчас оно поднимается, уже практически поднялось. Сверху в правом верхнем углу заряд батареи, слева в верхнем углу подключение к Bluetooth, к самому смартфону. Переключая дальше меню, мы видим возможность позвонить, если нам это нужно. Также управление плеером, ну, в принципе, оно работает. Также информация о вызовах. Мы, к примеру, заходим, да, и загружаются пропущенные вызовы. Далее, следующее, это настройки, поиск смартфона. В принципе, можно найти непосредственно сам смартфон. О, видите, слышите? Я здесь. I'm here. Ужас. Ну, можно найти, да. Дальше, следующее. Это у нас управление камерой, контакты, сообщения. Далее будильник, блокировка, разблокировка смартфона. И также тут шагомер, будильники, настройки, кстати, все присутствуют по шагам. В принципе, как бы разобраться не сложно. Единственное, вот что мне не нравится в шагомере, то что я нажимаю вот сейчас шаги, да, то есть он не обновляет каждый день как-то сам по себе, вот как это в обычном мы привыкли, то есть необходимо вручную с шагами работать, что не совсем удобно, но часам, смарт-часам за такие деньги это, ну, мягко говоря, простительно, то есть, конечно же, простительно. Видите, как бы идет процесс отображения по шагам, назад кнопочка «Домой», также есть еще, по-моему, свайп, сверху, если мы сейчас зайдем куда-то, да, то свайп, ага, назад, видите, вот так вот назад, но меню, короче, вот это вот с часами только можно вызвать кнопочкой, никак по-другому. Это что касается непосредственно самого, как бы, экрана, самих функций и самих особенностей софта этих часов. Что касается непосредственно самого приложения в смартфоне, то мы заходим в Smartwatch, непосредственно скачанное приложение через QR-код, и мы видим тут информацию. Последняя информация, смотрите, 30 шагов, но нюанс заключается в том, что после того, как вы закончили здесь шаги считать, после этого уже как бы происходит процесс непосредственно синхронизации и отображения данных информации, то есть 20 метров я прошел. Также мы нажимаем на кнопочку «Сон», и тут у нас отображается, сколько я спал, сколько был неглубокий сон и глубокий сон, и во сколько я проснулся. Нет,
или же через сколько времени назад я проснулся. Ну, я так и не понял. Да, в принципе, я рано сегодня проснулся. Также тут можем смотреть спорт, сон, частота сердечных сокращений. Это если часы бы поддерживали, почему-то это добавили. Может быть, на будущее, может, будут какие-то другие часы. То есть, не только вот The Blaze обычные. Далее, история, информация о синхронизации, настройки. То есть, можно тут еще настроить. В общем-то, с программой на смартфоне все понятно. Теперь немножечко еще о часах. Смарт-часы живут почти 2 дня. То есть, я их заряжаю через день. То есть, их не нужно каждый день заряжать. В принципе, это достаточно удобно. Особенно с учетом того, что есть вот такая вот коннект-станция, которую цепляешь, и все, и как раз еще и часы в таком как бы защищенном кейсе находятся, их можно класть на стол и заряжать через микро-USB, стандартный микро-USB, то есть вы заряжаете смартфон, потом заряжаете часы, там через Powerbank, через что угодно, и заряжаются они приблизительно час с мелочью, то есть, ну, там плюс-минус, все зависит от того, какой вы микро-USB сюда запихнете мощности, то есть, если это 2 ампера, то быстрее, если меньше, то, ну, меньше. И завершая обзор на The Blaze, хочу сказать, что это отличные смарт-часы, которые стоят $40-$50, даже иногда по промокоду можно было их и чуть-чуть дешевле выхватить. Функционал, соответствующий своей цене. Качество ремешка, как я и говорил, ну так себе средненькое. Качество самого корпуса на передней части вокруг все устраивает, как я и говорил. И в общем-то меня совершенно устраивают эти смарт-часы. Свою цену они однозначно оправдывают. И, кстати, в описании есть ссылочка на эти часики. Вы можете посмотреть на Gearbest, сколько они сейчас стоят. Я даже не знаю. В общем-то, если покупать смарт-часы, я однозначно выбрал бы именно вот эти вот часы. И, в принципе, я их и выбрал. Почему? Как бы я их попросил у Gearbest, чтобы они мне их прислали. Потому что они мне реально понравились. Вот. И исходя, к примеру, из такого приблизительно общего сравнения, они мне даже больше понравились, чем Gear Life или Gear 2. То есть, даже лучше, чем Samsung, которые стоят больше $100. Вот так вот. Хотя, по качеству Samsung чуть-чуть получше, а эти, конечно, вот особенно в качестве ремешка, немножко подводят. Но, блин, ребята, все упирается в цене. Цена, качество и возможности как раз именно соответствуют. Если вы пользуетесь этими смарт-часами, то обязательно напишите в комментариях, как они вам, а я пошел разговаривать по ним. Алло, Вася, привет!